2021 год – прорывной в сфере социальных инициатив. Губернатор Колымы, депутаты областной думы и различные ведомства выступали с предложениями. Например, по инициативе уполномоченного по правам ребенка Магаданской области принято решение за счет средств регионального бюджета установить автоматические пожарные извещатели. Устройства предназначены для многодетных и малоимущих семей, которые живут в частном секторе. В Магадане специалисты уточняют списки людей, в чьих домах нужно установить извещатели. То есть, когда происходит задымление, загорание, идет сигнал на пульт МЧС, либо на единую диспетчерскую службу, да, и есть возможность пожарным максимально короткие сроки прибыть на место и локализовать пожар. Деньги там приличные, все это уже, деньги доведены до муниципалитетов, это все приобретается, устанавливается. Это, я считаю, очень хороший шаг такой к, скажем так, к тому, чтобы у нас избежать гибели наших детишек. Одной из постоянных проблем в регионе была диспансеризация детей в отдаленных районах. В этом году губернатор Сергей Носов выделил на это необходимые средства. Кроме того, депутаты областной думы приняли закон об увеличении денежного вознаграждения приемных семей. Теперь сумма – прожиточный минимум, что почти в 3 раза больше текущих выплат. Раньше сумма была чуть больше 8 тысяч рублей в месяц.